И всем привет, ребята, вы хоть сказали Сандрагу, и мне выпал Леон. Я, ребят, поверить не могу, мне выпал Леон вообще, он мне так долго не выпадал, но он мне наконец-то выпал, ребят. Давайте расскажу предысторию, как я его убил. Позавчера мы пошли с Немезиткой в роборубку, потом, нанесли тикетов, выбили 6 боксов. Сначала ничего не выпадало с этих боксов, но из последнего бокса, ребят, выбил Леона! Я так кричал, ребят. Жалко, что я это не записал. И Немезики потом через 5 секунд выпал Спайк, он тоже кричал. Вот уже совсем другая история. Ребят, сегодня поиграем на Леоне, апне кубки. Кстати, трофейную систему лучше, теперь трофей получать намного легче, ребят. Поиграем в столкновение Ветреная долина. Так вот, я не буду вставлять сейчас эсимовцев и этих победителей ролика, потому что, ребят, по техническим причинам я сейчас не могу. Так вот, давайте, значит, апнем Леона на 16 ранг. Карта у нас Ветреная долина, она, кстати, очень хорошо подходит для Леона. Ладно, ребят, поехали. Итак, ребят, у меня вылетела запись, прошу прощения. Сейчас все должно быть нормально. Итак, кстати, у меня иногда пролагивает интернет, что не очень-то и хорошо. Так, надо чекать, кто здесь вообще есть. Никого нет. Ладно. Давай, значит... Так, ладно, никого нет все-таки. Значит, давайте ломать. Не, вот по-любому кто-нибудь из кустов сейчас вылезет. Там дерево. Это опасно. Так, давайте, значит... Опа, ой. Так, хорошо, Дэрлер это не пошел на меня. Спасибо за это. Так, вот и робот, ребят, кстати. Он пошел за Булом. Кстати, я не понимаю смысл звездных скинов, если за гемы почти те же скины, только с другой раскраской. Могли бы сделать какие-нибудь оригинальные скины. Ну ладно, меха-скины — это оригинальные скины, но дело в том, что меха-скины обычные, то есть за Кроу и за Бо, тоже будут за гемы. Ребят, ну это не оригинально, давайте... Ой, чуть не сдох. Так, давайте Суперселл, делайте эксклюзивные скины для, ну, для донатеров и для проигроков. Так будет, я думаю, справедливее. Ну, конечно, это же многое занимает времени, делать разные модельки персонажей, но зато игроки будут радоваться, что тут в игре что-то оригинальное появилось. Итак, тем временем у нас уже 6 баночек, и тут у нас кот. Вообще, очень много сейчас кольтов со скинами. Вот с этими, я уже забыл, дикий кольт, по-моему, или банкит кольт. Я не помню, как этот скин называется. Ой, ух, хорошо, что я прочекал. А то бы сейчас сдох. Там еще, кстати, робот появился. Я не знаю, ребят, смотрите. Опа, еще лайфхак. Смотрите, я пошел в невидимку. И робот пошел за другими. Ну, я думаю, все его знали уже. Не дебил уже. Так. Ну ладно, давайте затроллим этого барли. Нет, он чекает кусты. О, оп, ой, спалился. Ладно, ну ладно, бот его все равно убил. Хорошая катка, ребят, смотрите, плюс 10 кубков, плюс 10 за победу, ребят. И вы в курсе, что-то до 700 кубков или до 800, я не помню, короче. Очень-очень много кубков давали. Ой, точнее, дают. Раньше за первое место давали 10 кубков. Ой, 7 кубков. Короче, неважно. Вы, думаю, поняли, что это дофигища. Ой, Wi-Fi. Классика жанра. Классика жанра. Постоянно. Вот я играю в Brawl Stars и постоянно вот через раз лагает это дерьмо. Ребят, не покупайте молодым Ростелеком, дерьмо полное, я вам отвечаю. Так, значит, там Динамайк, сейчас двух тычек убьет, поэтому лучше к нему не приближаться. Так, вот и же Шелли у нас. Давай, Шелли, иди сюда. Так, ладно. Хорошо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Не собаки по кличке Ростелеком. Понятно. Ладно, давайте... Тут два динамайка просто, главное, чтобы они... О, давайте подожмем, хотя у него ульта, и это очень рисково. Там еще барри, они могут сейчас просто втроем затимиться и все, и убить меня. Ага, вот барри, кстати, с динамайком и затимился. Это плохо. Так, ой, сейчас подожму, сейчас подожму. Ой, Шелли, иди отсюда, иди отсюда.
Ах, понятно, короче. Классика жанра, ребят, это Шелли. Ребят, за седьмой ранг 0 кубков. Спасибо Суперселл, что бафнули эту систему кубков. То бы я сейчас всрал 2 кубка, по-моему. Так. Что-то долго загружается. Нет, опять этот Ростелеком. Ребят, никогда не покупайте модем от собак по кличке Ростелеком. Раньше была нормальная штука, а теперь... Как видите сами, ай, не, иди отсюда, ой, фух, так, там еще робот заспавился, нет, не иди на меня, фух, он пошел на Брока, это жестко, что ты делаешь со мной, что это такое, короче, мне что-то кажется, мы так долго не проживем. Ой, дерево, иди сюда. Да. Так. Главное, сейчас не наткнуться на кого-нибудь. Так. Ой! Поражение. Так. Интернет. Хватит уже баловаться со мной. Я не понимаю. Вот минус 3 кубка уже. Итак, ребят. Сыграл несколько каток. И у меня... везде залагало. Я не знаю, короче, переключился я на мобильный интернет. Сейчас посмотрим, во сколько у меня ужас интернет. О, рикошет. Давай, иди сюда. Все, быстренько. Да что ты... Вот прям не мужа момент захватил. Он все равно мне ничего не сделал. Так, сорян, я чуть-чуть задел телефон. Так, значит, Шелли, давай не мешай мне. О, хорошо, ушла. Так. Так, Динамак, не приближайся. Все, опа, баночка. Все, теперь у нас 3 баночки. О, Шелли лоу ХП. Давайте, бьем ее. Так, надо как-нибудь ее обхитрить, пока не отреагировалась. Давай. Опа. Ну, давай, Биби, разбирайся. Все, Биби разобралась. Биби это сила, Биби это мощь, ребят. Биби это имба. Не то, что эти ваши фрэнки. Так, значит... чекаем кусты на наличие крыс. А кого мы еще тут должны найти? Так, давай, значит, пойдем за деревом. Надеюсь, он не будет укатываться. Ага, он укатился. Фу, хорошо, что робот не пошел на меня. Так, ага, там еще Лео. Так, я хотел атаковать, но почему-то случайно нажал на ульту. Так, значит... Ага. Опа! Опа, здорово. Биби, я не знаю. Давайте не будем тимиться. Ну зачем? Я же не идиот, чтобы тимиться, ребят. Я же не буэтовец. Я же нормальный человек. Поэтому давайте убьем эту Биби, хоть она является символом моего канала. О, я не тимлюсь, когда мне выгодно, ребят, понимаете, ребят. Я вам также советую не тимиться, если есть возможность не тимиться. Так, значит, смотрите, ребят, перешли в невидимку, и робот пошел на Биби. Значит, давайте отойдем сюда. Хорошо. И оба. Ой. Оно меня все-таки убило. Ну ладно, ребят, второе место это тоже хорошо. И плюс 8 кубков это good. Давайте, значит, играть снова. Поехали. Так, опять что-то долгая загрузка. Что-то мне кажется, что у меня опять будет лагать. Так. Да, видимо, у меня будет лагать. Да, мобильный интернет не такой уж, кстати, хороший. H+, постоянно висит. Поэтому мобильный интернет тоже что-то не справляется. Да. Что-то мне кажется, что мы долго так выжить не сможем. Ну ладно, давайте пойдем куда-нибудь спрячемся, что ли. Ой, опять дерево. Почему тут везде дерево? Вообще не знаю, дерево это самая худшая сейчас карта в Brawl Stars. Ну потому что раньше... Говорили за ребят. Да... Что это такое? Короче, раньше до релиза, ребят, Дэрил был имбой, просто имбой. У него дамаг был намного больше, и... как? И катился он в 4 раза длиннее. Это сейчас как жвачка Биби. Поняли, раньше такой же длины была ульта Дэрила.
Это просто была лютая имба. Но я тогда подумал, что апну Дэрил попозже. Ну вот, и оказалось, что попозже. Ой, хух-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Оказалось, что попозже я апну, да? Вышел, ребят, глобал релиз. И дерево порезали. Очень жестко порезали. Порезали его урон на 60%, ребят. Или на 40, точно не помню. Эх. Ну ладно, как бы до релиза ульта у него заряжалась не автоматически, но у него ульта была имбой, а сейчас говно какое-то, ребят, серьезно. У него щит тогда защищал на 90%, так, ой-ой-ой, ребят, что-то выживать надо, ребят. Главное сейчас никого не трогать, чтобы они на мне не сагрились. Пусть они там сами передерутся, вот давай Леон, 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 хух! Ребят, мы как-то убили Леона, вообще жесть. Интернет. Ох, Ростелеком продолжает меня трудить. Нет, Винвиз, Винвиз, Винвиз. Опа. Все, хорошо, хорошо, хорошо. Главное, сейчас никого не трогать. Давай, Мортис, иди сюда. Оба, оба, оба. Ушел куда-то. О, интернет. Интернет, хватит меня троллить. Меня сейчас убьют, походу. Ай, 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 ай. Все, меня убили. Интернет, спасибо тебе, конечно же, за гостеприимство. Сейчас, ребят, мы обязательно вернемся. Сейчас я быстренько похимичу со своим интернетом. Итак, ребят, мы вернулись. И сейчас вроде бы интернет должен быть нормальным, но я хотя бы на это надеюсь. Так, давай, 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 грузись быстрей. Хорошо, хорошо, загрузились. Все, в принципе, сейчас нормально интернет должен пойти. Так, Пэм. Хорошо, давайте ее убьем. Так, надо как бы на ульту накопить, и потом все будет чики-поки, просто подходишь, ну то есть идешь в кусты, потом активируешь невидимку и к кому-нибудь такому идешь, кого можешь с 3000 убить. Итак, что-то тут мясо какое-то начинается, поэтому давайте-ка уйдем подальше. Все-таки ПМ это опасная штука, и давайте, опа, опа. Все-таки надо на ульту накопить, и потом кому-нибудь подкрасться, и потом снова накопить ульту. Ну, ребят, вот такого принципа грозали явно, короче. Так. Значит. Ну, давай на кого-нибудь ульту. Под П. Так, 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 так. Вот только ульта копится вообще. Леон вдали вообще не дамажит. Так. Опа, 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 хорошо, все, накопили на ульту, теперь уйдем подальше. Тут, походу, рикошет где-нибудь прячется. Ага, вот там рикошет. Так, давайте, значит, невидимка. Ай! Мне Барри чекнул! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет, нет! Ух-ух-ух-ух-ух! Ну, ребят, хотя бы пятое место, и это уже хорошо. Плюс два кубка, но как бы лучше, чем ничего, или лучше, чем. Минус кубки. Так, поехали дальше. Все, поехали. Вот, знаете, эти две баночки очень рисковые, потому что здесь обязательно будет какой-нибудь танк и заберет их вместе с вами. Поэтому надо чекать, 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 люто чекать. О, вот и прима, как я и говорил. Видите, очень долго и прима ждет. Ага. Ага, ага, ага. Давай, давай, давай. Опа! 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 Так, все, взяли баночку и убегаем. Давайте на инвиз накопим. Все, ребят, на инвиз накопили, и теперь можем ничего не бояться. И, ну как, если нас запалят, то тогда мы всрём. Так, так, ребят, извините. Это из-за наушников у меня телефон. Было, короче, не важно. Не могу подобрать слова, что за него. Так, значит. Давайте будем ждать, пока кто-нибудь подойдет к нам. И вот, например, Лен, у него 6 баночек, но мы все-таки можем попробовать. Давай, давай, давай. Опа, опа, все, ребят, мы убили, только Шелли нам помешала забрать баночки. Но хотя бы минус 6-банковый Лен. Так, значит, Эль Прима. О, ты попал в ловушечку, Эль Прима. Сейчас тебя Шелли убьет. Опа, опа. Так, ребят, давайте теперь на Шелли нападем. Все-таки она наши баночки застилила. О, ха-ха, Барли уже сам убил Шелли. Так, значит,
Ага, переходим вниз. Оба, здорово, бары. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ребят, не получилось у меня чуть-чуть. Не хватило чуть-чуть ДПС-ки, чтобы убить Барле. Все-таки плюс 5 кубков, это тоже хорошо, ребят. Сейчас мы апнем Лео на 16 ранг. Давайте поехали заново. Что тут у нас? Понятно, рикошет. Хорошо. Пошли, значит, вот сюда куда-нибудь. Так, Лео, дратухи. Ладно. Пусть это будет наша баночка. Тушу Мортис. И роза. Ого-го, ребят. На этих кубках еще есть роза. Я думал, они все уже 500 плюс. Тем более, систему кубков улучшили. Так, значит... Нет, ребят, мы не тимимся. Мы не тимимся, потому что тимикубы. Ого-го! Вот прям обязательно мне должно было залагать именно в тот момент, когда Леон выскочил из кустов. Спасибо тебе, интернет. Спасибо, я прям благодарю тебя. Так, ладно, поехали, значит. Все-таки уже минус кубки пошли, поэтому надо, значит, возвращать кубки. Что-то долго мы крутимся, ребят. Серьезно. Так, вот тут по-любому кто-нибудь есть. Ну, нет. Так, хорошо, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я это возьму, спасибо. Теперь можно я вот это возьму, спасибо. Так, тут робот спавнится, поэтому надо быстрее отойти подальше. Ага, болей, ребят, убили все-таки заодно. Там Биби есть где-то. Биби, Биби, где-то Биби, ребят. Сейчас закрысит. Ага, 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 здорово. Здорово, давайте я обману. Опа, опа, будем держаться на расстоянии, значит. Давай пусть робот сагрится на тебя. Ага, кстати, робот агрится сейчас на нее и... Ого, ребят, чего? Тик, что ты тут делаешь вообще? Я думал, тут уже никто не... Ой. Сажа сдох от Митика, но хотя бы я Тика убил впервые. Поэтому мы заработали бонусные кубки и не приглашайте меня в команду. Бветовцы, почему вы не понимаете? У меня 11 тысяч кубков. Есть такая система Pool Matchmaking. То есть, если я беру Бравлера с 400 кубков, а другие берут Бравлера, допустим, со 100 кубков, то тогда подбираются все три противника с 400 кубками. Опомнитесь, ребят, опомнитесь. Pool Matchmaking — это вам не шуточки. Играть с друзьями намного сложнее, чем играть просто с рандомами. Да, это именно так. Когда мы пытались получить звездный жетончик как раз с друзьями, тем более уж на твинке, на твинке у меня тоже есть прокачанные персонажи, это очень-очень сложно было, ребят, особенно в Хесте. Хест — самая дебильная карта, это та, где сейфы стоят в углу, и на противоположной стороне это трамплин, это самая отбитая карта, ребят. Там невозможно просто выиграть, мы сыграли там каток 15, вообще ни разу не выиграли. Это ужас. Просто, ребят, самая дебильная карта в квесте. Так, ладно, значит, у нас три баночки. Робота погнался за кем-то. Давайте, значит, убьем этого Леона. Так. Это жестко, у Леона 8 банок вообще. У него очень большое преимущество против меня. Так, ну давайте уйдем. Куда мы пойдем? В кустики. Посидим в кустиках. Ой, Леон. Сейчас в инвиз 100% пойдет. А нет. Видите, не пошел. Ой, нет, не сейчас, не сейчас. Так, Леон вот стоп. А нет, он там. Все-таки. Ладно, давайте отсидимся. Потом как-нибудь в инвиз перейдем и попытаемся его убить. Так, сейчас тут, походу, он в инвиз сам пошел. А нет, он опять здесь. Что же это такое? Как мне предугадать, что он пойдет вниз? Я вообще не знаю. Так. Значит. Нет, Динамайк, прощай. Ой, так, инвиз. Хух, ребят! Вот так вот переманили этого робота, только. Ой, он сейчас опять на меня пойдет. Потом давайте пойдем. Я не знаю. Вот где-то сейчас Леон прячется, вот по-любому. Вифи-ви-фи-ви-фи. Так, так, так. Нет, нет, нет. Ну не сейчас, ну не сейчас. Пожалуйста, можешь, пожалуйста,
через минуту полагать, пожалуйста. Ну, не сейчас, я вас умоляю просто. Так, Лео, давай, оба. Нет, он все-таки меня убил, но... Ладно, ребят, сколько кубков получили? 8 кубков мы получили. И, ребят, мы апнули Леона на 16 ранг. Ребят, суперская имба просто, ребят. Мне понравилось играть за Леона. Вы были на канале SuckDragon. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем... Пока-пока. И один лайк ускоряет починку моего планшета.